По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Так хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, время уходит безвозвратно. Я вас люблю. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом. Я благодарю концерн Муз-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках.